А у нас теперь появится рубрика распаковочки с Алиэкспресса. Ну, может, не только с Алиэкспресса. Раньше часто заказывала, потом что-то перестала. И сейчас начала опять. Вот такой вот рюкзачок увидела, очень понравился на лето. Прям, мне кажется, самая то рюкзак-сумка. Очень удобный, вместительный. У нас спереди два кармана. Такие кармашки хорошие. Здесь тоже боковые вот такие еще кармашки с обоих сторон. Сзади у нас открывается рюкзак, что удобно, чтобы никто не расстегнул, пока вы не видите. Очень вместительный. И здесь получается кармашек маленький и также два маленьких кармашка вот здесь на стеночке. Еще в подарок шел такой вот брелочек и резиночка для волос положили доча в подарок. Такая вот резиночка подарили. Швы здесь ровные, мне все понравилось. Материал, мне вообще кажется, что он не промокаемый, но не пробовала, не знаю, и этот момент я не уточняла. Не особо интересен был. Единственное, вот это я бы убрала, но думаю, выдержу. Ну, нормально.